Мне, например, вот что мне нравится? На самом деле мало чего нравится. Ну, даже не знаю, что нравится. Когда состояние быть бы живу, не до жиру, то не до желания вообще. Мне будет еще 2 дня здесь продержаться. Вот потом целых 5 дней будет перерыв. Потом будет преподавательский курс 19 дней. Потом 10 дней погружения в тишину. Потом опять несколько дней перерыв. Я взял 2 выходных специально. Ребятам отдал занятия. Потом я приезжаю опять на вот такие 15 дней. То есть 5 дней здесь, 5 дней там, 5 дней в Крыму. Потом у меня 5 дней выходных, 21 день Тибета, а там группа большая, и там вообще жесть полная будет. А потом, когда я приезжаю, начинается осенний курс, это еще, ну, короче, я вам говорю как бы факторы, но вы ничего не понимаете, что это такое. Ну, в общем, это очень непросто, скажу вам по секрету. И поэтому, вот когда ты в таком состоянии живешь из года в год, когда... Это на самом деле неплохо, поверьте. Зато никаких утечек. Вот любой грамм энергии сразу в дело. Без максимально эффективная форма жизни, да.